Кадеты из Крыма и Оренбурга теперь будут дружить и обмениваться опытом. Сегодня глава республики принимал у себя отличников Оренбургского кадетского училища. Оно входит в сотню самых престижных учебных заведений страны. Ребята на полуострове впервые. Они отдыхают в Евпаторийском детском санатории Министерства обороны России. Сергей Аксенов поздравил кадетов с наступающим новым учебным годом, пожелал им успехов в боевой подготовке и реализации жизненных планов. Кроме того, глава республики поручил перед отъездом провести для ребят обзорную экскурсию по полуострову.